Ого. Эта библиотека маленькая. Папа купит книги для этой полки. Он обещал. Мы пропали. Теперь он будет заставлять нас читать. Ниджати, слушаю. Кажется, госпожа хочет что-то спросить. Подойди. Слушаю, сестра, ты кого-то ищешь? Я ищу господина Хасипа. Хасип вышел, у него дела. Но он придет. Если хочешь, подожди его, сестра. Ладно, подожду здесь. Прошу. Спасибо. Будете еще чай? Спасибо, золотце, не буду. А как тебя зовут? Гонджа. Ты читаешь книжку, Гонджа? Как ты можешь читать при таком шуме? Я бы в жизни не смогла. А я привыкла, но иногда он отвлекает меня. Приходится снова читать те же строчки. Мой сын тоже любит читать, как и ты. Но он не может читать так много. Почему? Он еще маленький, только научился читать. Папа! Пришел брат Хасип. У тебя очень милая дочка. Похоже, она очень привязана к тебе. Девочки обычно привязаны к отцам. Верно. Я тоже очень любила отца. И он любил меня, пусть и не показывал этого. Поэтому, когда мама рассказала о тебе, я сначала была потрясена. Не могла смириться. Мне было тяжело узнать, что у отца была другая жизнь. Хасип, Саваш рассказал. Я знаю, что ты не хочешь с нами общаться. Не волнуйся. Я уважаю твое решение. Понимаю тебя. Я пришла сюда не для того, чтобы вмешиваться в твою жизнь. У нас в тюрьме сидит брат, младший. Правда? Да. Это длинная и печальная история. Храни его, Аллах, я не знал. Спасибо. Я хотела сказать, Саваш сегодня рассказывал ему о тебе. Он все расспрашивал, интересовался тобой. Глядя на его заинтересованность, мне вдруг тоже стало интересно. Я не выдержала и пришла. Все-таки мы брат и сестра. Хотелось увидеться. Да, это правда. Увидеться хочется. Задаешься вопросом. Кто эти люди? На что злятся? Чему улыбаются? Похожи ли они на меня? Если бы мы росли вместе, все было бы так же или нет? Но прошлое не воротишь. Нельзя вернуть. Как жаль. Если бы я знала, я бы принесла детские фотографии. Гонджа совсем как я в детстве. Мне пора идти. Я и так побеспокоила. Ну что ты, может, эти фотографии, где Гонджа похожа на тебя, я как-нибудь посмотрю их? Надеюсь.